Так мы находимся на территории поселка Марочково, аэродром Марочково под Покровом. Вот. Готовим трассу под мероприятие, которое пройдет 2 ноября. Мероприятие называется «Хозяин леса». Это трофи ориентирования. Зачетной категории будет 4. Категория «Стандарт», категория «Абсолют», категория «Абсолют спорт» и категория «АТВ». Самое интересное, мы выбрали эту территорию неспроста. По преданию местных жителей, в этих краях водится леший. И мы должны его найти. Ух ты, я там что-то видел, кстати говоря, только что. Где? А вот там, смотри. Где, там? Прямо идем прямо. Сюда? Да, тут что-то было. Не вижу, где? 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 Не вижу. За каким деревом? Что ты прикалываешься, что ли? Кто это? Не вижу. О, что-то было, что-то там было. Я точно видел. Что-то было там. А кто тебе сказал, что здесь водятся такие существа, как лешие? Местные жители рассказывали. Местные жители? Да. Ну ты реально сейчас что-то видел? Да. Смотри. Я вижу, да, что-то есть. Кто-то передвигается. Кто-то есть. По-моему, это леший, которого мы давно ищем. Давай не будем тут соваться, наверное, это опасно. Здесь везде болото, здесь везде овраги. Здесь очень опасно передвигаться. Да, это точно. А суть мероприятия какая? Суть мероприятия — найти как можно больше КП. И самое интересное — найти лешего. Это будет передвижное КП. Их будет три. Три передвижных КП. Ну, они будут в разных местах появляться? Да, они будут появляться в разных местах в определенное время. А где мы? Опять что-то ты видел. А ты видел тоже, я думаю. Не знаю, запечатлела это камера, но что-то там явно было. Это точно. Видимо, местные жители не обманывают, что здесь водятся леши. Я тоже думаю, местные жители не обманывают. Но мы посмотрим, что будет в ноябре 2 числа. А где можно про мероприятие посмотреть? По мероприятию можно посмотреть в группе ВКонтакте леши4вд.ру. Вот, в группе сбора 4×4 и на сайте Российского внедорожного клуба «Леший» леший4вд.ру. А так связаться, чтобы лично так пообщаться по поводу мероприятия, номер телефона есть какой-то? Да, номер телефона есть. 8-910-403-53-29. Угу. Вот, по этому телефону можно узнать более подробную информацию по мероприятию «Хозяин лес». Интересно. Ну, в принципе, я думаю, людям будет интересно. Тем более, если учесть то, что я видел. А я видел много. Я видел, по-моему, точно я видел, что-то здесь есть. Да. Что-то здесь есть. Здесь водится нечистый. Или чистый, наоборот. Здесь водится хозяин леса.